Арарауруру, айрарайрарурору. А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Подписчики, Славик, ты слышал? Здорово, подписчики, мы сегодня будем играть в индюшку какую-то. В то индейка, индейка, блин. Индейка. Или кадин. Ну, короче, кадил какой-то. А про и, что игра? Итка не, не а. Что вообще, что за игра, Славик? А пару я слов тоже, я туда-сюда. Понятия не имею. Почему Типа, такая я так понял, пиксельная? настройки работать или что? Настройки работают. У тебя индейки, да, в настройках работают, я так понял. Да, в настройках в играх. Опа. Ты, походу, что-то не то скачал. Походу, да. Не, все нормально. Я так понял. Опа. О, да мне так больше нравится. Да, прекрасная игра. Да ты шо? А что это тут еврейские звезды, блин? Между прочим, я в 2001 году за такую игру бы, блин, не знаю, мать, наверное, продал. Ой! О! О, нифига себе, вот это опа. Качество. Простите, ради Христа. Да, ради Христа. Я на минуту забудусь, простите. Господи Иисусе, простите, он Господи. Что, а что он сделал? Простите, я не хотела. А что такое, ну, споткнулась мать, и что, что теперь, убить ее за это или что? А, так это кинчик, да, походу? Нормальный такой? Походу. Все выгнали. Прикольно вообще. Там на склад для смарагды корзину собрали. Она ждет. Что? Для смарагды корзину. Слышишь? Смарагды, обувь. Послушание, возьмите со склада корзину с овощами и отнесите ее в трапезную к сестрам смараги. Смарагде, блин. Оу, смараги. Так слышишь, они там кадил, стойка. Они там сейчас кадил. Когорчиком, блин, давятся, а меня, блин, знаешь... Кадила. Кадилом давят. О, так, блин, смотри. Тот ли истинный праведник, кто никогда не подвергается искушению? Или тот, кто, будучи постоянно искушаем, старается жить в целомудрии? Наша героиня не знала ответа на этот вопрос и предпочла бы никогда им не задаваться. Слушай, сасная будь такая, ее да? Воля, она выбрала бы тень нормально, да? Монашескую да. жизнь. Слушай, это монашеская жизнь. Что это твоя монашеская жизнь, это твоя, я не могу просто. Слушай, надо, наверное, немножко потише сделать, а то оно так нормально долбит. Я бы тоже жил бы в этом. Что, в монастыре? Да, с монашками. Громко секунда. Старыми. Но ее ждала совсем другая судьба. Вот это снег. Вот это снег. Я бы его сейчас занюхал, отвечаю. Вот так бы взял бы на... Люблю милфочек 60+. Ты что гонишь? Тупо молодая девчонка. А, или ты имеешь в виду, что ты с бабами теми бы зажигал? Молодухи чисто. А где они молодые? Они уже просроченные. Опа, что тут лежит? Подожди, ма. О, можно сесть и осуждать прохожих. Берем. Да-да-да. Проститутка. Ля, смотри, Ирка наркоманы. Пошла. Наркоманы. Говорят, зять кудала свою... А, не, ну... Что-то я не то морознул, ладно. Блин, слушай, нормально у нее, ну... Она еще активная. В плане, быстро двигается. Подожди, а мы сюда идем? Еще живая, да? Еще живая. Спасибо, что походу. О, слушай, тут написано, подожди. Шо? Так ближе подойди, я не понимаю вообще. Прости. Помочь тут может быть? Тебя еще не хватало. Иди куда шла. Сы, а матери тут нормально себя прости. Чухают. Сами, блин, все делают, все такое, короче. Ой. Да они вообще какие-то, слышишь? Блин, вот это я недавно ехал с таксистом, у него, можно сказать, в таких же размерах вот так иконы на торпеде стояли. Я думаю, на полу лобовухи висят такие. Руководство к использованию правой... А, паровой, блин. Правой руки. Правой руки, да. Паровой гидравлической машиной при внештатной остановке. При внештатной остановке двигателя не забудьте ставить пар, открыв заслонку 4. Рабочее давление в основном контуре котла удерживаешь. Сайк, ты давай, тут шаришь в этой теме. Подожди, они там что, воскрешать кого-то собрали? Смотри на картинку. Ну да. Прикольно. Наверное, Иисус. Иисус вас съест за такие приколы, ребята. Знаешь, как пра-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 правнука Иисуса зовут? Как?
Блин, забыл. Смотри, заработал. Ханперди. Смотри, заработал. Совсем не дура. А ты чего шляешься, да? Опять вечер не выбрали, что ли, да? Да. Мать, а ты точно православная, а не еврейка, да? Таки да, да. Ханперду звать его. Жизнь. Что? Ханперду его звать. Да сейчас я выйду там в цеху громко. Алло, о, алло. О, ля, смотри, пошла. О, смотри какая. Да-да-да. Ля какая. Сдал бы ей под хвоста свой? 90-90-90. Рост, вес, возраст. Да. О, вот это нормально. О, смотри. Да. Тут даже страховка не нужна. Я тебе отвечаю. Монашки собирали. Не, ну... Слушай, я не вижу каких-то приколов, что здесь что-то не сработает. Я так в детстве тоже собирал, кстати. Я уже запутался, когда эти... Какая лужа? Та ты шо, та ты шо. О, ты видал? Они хотят залатать, понял, эту крышу. Сайт, какие звуки часто с микрофона доносятся? Чем ты занимаешься там? Это они стропила ставят, понял, чтобы крышу залатать. Стропила. Ну ты стропила. Блин, я тебе отвечаю, тут снег просто бомба. Я бы его хавал. Что, нравится? Не. Что, но она не проваливается в снег, так неинтересно. Чё? Проваливается? А он просто мокрый, понял? Он твердый. А, не, нормально все, не. О, давай такой, на эту кучу. В Assassin's 3 был такой снег. Assassin's, да, я понял. Да. А ну, не. скатись. Жу. Ну, меня напрягает, что у нее живота нет. Минус 5 к реальности. А что, ты видел ту монашку? Она постарше, она отжимает, понял? У них же тут девчина. Она отжимается, понял? Футбольчик. Она говорит 43 за 43, а у них 43 отделенная монашинская бригада. Молитвами святых отец наших. Стеша! Стеша! Там для смарагда что-то у тебя приготовлено? Шмарагда. Такое ощущение, будто мать под когором, база. Сегодня. Картошечка. Вот ты многословная, я тебя базарю. Аккуратно, да хватит, не базарь, так да, тихо, закрой рот свой. Господи. Блин, я, наверное, лет 16, она говорит, блин, как тетка какая-то. Сестры любили Индику. Индика. Христианская любовь, как известно, долготерпит, милосердствует и верит. Хотя... Что ты там? Если уж совсем... Я имею в виду, видно, как они ее любят все. Да-да-да. Все не любили. Многие даже презирали. А, видишь, он уже говорит. Да она, походу, Наруто в этом мире. Не виновата. Знаешь, почему? Если бы не голос, который внушал ей непростительные для христианина идеи, была бы она инокиней добродетельной и... заурядный. Спрыгнешь? Больше всего на свете Индика мечтала, чтобы голос оставил ее в покое. Вся жизнь ее превратилась в борьбу, в мучительное сопротивление. Она обладает генезисом, походу. 100%. Чарльз Ксавьер, походу. С каждым днем голос становился только громче и убедительнее. С нами, походу, сатана, да, базарит? Я так понял. Не знаю. Она манит меня в ад, а я маню ее раем, понял? Пока я в атмосфере, словно пепел сгораю. Ты манишь меня в ад, а я маню тебя раем. Нет, ты тащишь меня в ад, а я маню тебя раем. Я не знаю. Что тихо, шага, подожди. Дай вам Бог терпение, матушка. Потому что я благоговею по фону, сестры. По фону, понял? Она нормально, по треку записывает, короче. А, она рэпчик читает. По канону, тупо. Смирением и памятью смертной. Только Афон. Соборный святой Афон. Раунд. И микрофон такая бам. Интересно, а что, подруги будут сырую картошку хавать или что? Смарагды. Смарагд, это что-то на нашем, это... Какой-то камень. Здоров, Майк. Здоров, срежись. Опа, товар передали. А поделиться? Угу. Оп, смотрите, очко, бац. Опа. Чисто, это вот, конечно, ваш еще прокачка, да, типа? Ваш текущий уровень 8.
стыд 6. Каждый раз при наборе очков вы получаете 6.0 дополнительно. Каждый раз при наборе очков у вас есть шанс получить 6.0 дополнительно. А, наверное, тут 1.46 дополнительно. Каждый раз при наборе очков. А, я так понял, не имею, да, какого-то выбора особо? Я не знаю, я не понимаю. Я тоже это не понимаю. Но она напаянная, да? Опа. Таскай воды. А повежливее можно, слышишь, я тут чего? А, она себе просто в голове представляет, что она выполняет квест, понял? У нее линейка, походу, православная. Линейка 3. Прекрасная жизнь у них там, честно говоря. Не, ну что, нормально? Слушай, выглядит лучше, чем у тебя дома, не базарь. Нормально у меня выглядит дома, что ты базаришь? Он-то сосульчика упадет, пробьет тебе голову. Сейчас стесняется, парень. Да мать, что ты стесняешься? Там глаза смотришь, что ты... Блин, лицо знакомое. Какая-то актриса, слушай, походу. С оранжевого ютуба, что ли? Да, там много актрис, но я думаю... Саша Грей, блин. Саша любит греть всех. Кидай. Саша Агрей. Давай, спуск... А что мне такое? Кажется, ты спускаешь. Не, надо, понял, вверх-вниз нажимать. А зачем А и Д нажимать, я не понимаю. А, все. А ты не в ту сторону крутил просто. Да все нормально я делал, но тебе лишь бы вот это покритиковать мою работу. Я не знаю. Ого, все нормально, ну так это. Ну, тут видно, она уже хоть напрягалась. Покрутила в другую сторону. Фу, что за нефть? Да, что-то в натуре какая-то вода у них. Кисель какой-то, понял? Сейчас пойдем матери кисель отнесем. Ты еще пока донесешь, она замерзнет по дороге. Да брось, тут смотри, он снег уже тает. Не, ну, в принципе, да. Блин, смотри, ну она, конечно, вкачанная, смотри, у нее даже руки, ну, далеко от рамы находятся. Она даже не напрягается, несет, понял? Да, такая висит вроде ведро, а такое ощущение, будто пух, я не знаю, перину какую-то. А, надо сюда налить. Угу. Я что тут, блин, не знаю, симулятор колодца, что ли, скачал? Ты просто симулятор колодца. О-о-о. Пять ведер? Пять ведер, мы что, на приколе или что? Ну все, работай, раб. Бля, надеюсь, сейчас колодец просто упаду, и игра пойдет по-другому. О, смотри, в рымбе застыла вода. Ля, ты шо? Ля. А можно сбить? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блин, так я же до вечера буду эту воду таскать, слышишь? Ну, так ты на шифте просто делай. Так шифт не работает. Так поменяй клавиатуру. Мне нравится, там специально для ведра, походу, да, такой отсек, типа... Видишь, он там специально такой стульчик, типа, что. Ты опять не в ту сторону крутишь, молдаван. Каким образом я... Ты что, блин, ты думаешь, игра тут сама позволяет? По часовой стрелке всегда надо крутить. А, или она, типа, скинула, потом опустила. Что вы говорите? А что, она там на редукторе каком-то у них работает, или что? Я когда кидаю, у меня ручка сама крутится, блин. На редукторе. Ну да. Ну а каким образом ты кинул ведро, и она держится? Ты видел, какая у них котельня? Бесполезный труд – основа духовного развития. Послушание превыше поста и молитвы. Индика не понимала, зачем таскать воду из колодца, когда в соседнем... Если можно просто прыгнуть в колодце. Качает воду из святого источника. Во! Она не понимала, а, так это чисто тупорылая армия просто. Я тебе говорю, только женская. Женская. Иди красть траву, блин. Чтоб была зеленая. Физически не может быть совсем другой воды. Да даже если десятая часть та же. На крещение, говорят, капли святой воды освещает канистру. Если так, то несколько испарений. Первый раз слышу такую тему. Даже это канистра, конечно. Короче, я набрал бутылку священной воды, пришел на цистерну, разбавил, и все, у тебя цистерна священной воды, понял? А, то есть вообще логика. А если я просто бутылку уроню священной если воды в колодец? Если ты сядешь на бутылку, как ты это обычно делаешь, то ничего не поменяешь. Сволочь. Какой же ты окунь, я тебе говорю. Окорок. Какой ты окра. Блин, да сколько я уже ведер протаскал? Это третье только. Тупо, блин, весь выпуск таскания ведра, короче. С нефтью. Из точки А в точку Б, блин.
Так заложи на Б просто бомбу, понял? Не, ну если она, в принципе, такая вкачанная, можно ее, не знаю, два ведра как минимум сразу заставить таскать, не? Видишь, а следы твои, да, типа остались? Не исчезли? А, на снегу, да. Да, вон, видишь, там... Угу. О, какая... Ух, там, кстати, а тебя, видно, не... а ты... тебя легко удивить, слушай, в играх. Там видно, что ты сидел сял там, да, вот на горке там. Сидя? Ну, наверное, я не знаю, как ты там. Ну, я же... Ты сидя, слышишь? За женского персонажа играю. Не-не-не. В реальной жизни. Все нормально. Блин, ну тут, конечно, шифта не работает, это печально. Это ты ТЦКшником говоришь, когда тебя останавливают, да? Да-да-да. Говоришь, я за женского персонажа вообще-то играю. Ну, значит, воевать будешь за женского. Нам какая разница. Давай, бросай. Я тут, видишь, одной рукой такая, типа, оп-оп. Да-да-да. Опа, нифига. Типа там стопор какой-то был. Блин, это только четвертое, да, ведро? А ты видишь, смотри, перемещается и направляет цепь. Ты видишь? Да вижу, вижу. Прикольно. Я тебя говорю, тебя легко удивить, между прочим. Не, ну, как бы в жизни понятно, да, это херня. Ну, когда проработано в самой игре такая херня, понятно. В жизни, говорит, это херня. Сто раз такую шляпу видел, блин. Где? Вон Doom видели? Там у меня так каждый день дома происходит, да? Ага. Нормально. И Резидент тоже. Эвелинг, да, как ты? Эвелинг, блин. Я так не говорю. Так, да. Никита, ты так говоришь. Не обманывай своих подписчиков. Подснишников. Подписчики. Подписчики. Да блин! Я думал, это пятое, я уже забыл. Лох. Слышь, лох. Как девушку называют? Она Индика. Ты он штаны свои постирал, смотри. Индейка. Слушаться. Да снимай барахолку. Барахолку, балахон. Поход на барахолку, выпускай видосик. О, смотри, у него на руке еще какая-то цепка. Видишь? Ух, ща. А я увидел. Сын, ну даже, у него тупо дыхание даже не сбивается. Вот это нормальный ракурс, да, Сай? Смотри, как она... А ну, давай еще. Раз, и прогнулась, еще так понял. Ну, умеет штангу поднимать просто. Да. Шарит, конечно. Блин, ты как обычно, как камеру настроишь, у тебя лишь бы на пердак бабский посмотреть. Это же не мужицкий, блин. Слава богу, да. Хотя я помню, когда мы в Резидента играли, ты на Леона вечно засматривался. Такой, на Эшли. Я виноват, что он такой... Сосный. Да. Сосный хлопец. На девочку, похоже. На девочку, да. Нифига себе, на девочку. Ты помнишь, какие у хуки крутил? Baby fans. Бэйби фейс. Бэйби фанс. Типа он фанса лишил? Осуждаю. До весны ты дотянем. О, мать, ты с кормой вышла. Да вы что, сестры, да ну, после нее есть. Сейчас перевернет, понял, скажет, неси еще. А что после нее есть, она что, кантарь? Крестные знамения. Ах ты мразь. Она хочет, чтобы она замерзла, и они будут кататься будут. Я как... тебе сейчас вон Евдокию пришлю, а эту до трапезной не допускай. Ах вы суки, ах вы мрази, я вам отвечаю. Я твою мать бомбил. Бомбила, ладно, фиг с ним. Прикинь, я от этих 5 ведер таскал полчаса. Твоя тайна, есть сыне Божий, причастниками охрани, не по врагам твоим тайны повем. Сай, хватит креститься там. Там яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царстве твоем. Да не в суд или во осуждение. Блин, я как будто реально в церкви сейчас стою. Святых твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Опа, что такое? Она тротил, походу, зажечь хотела у батюшки в руках. Я типа... Вот это приход у нее! А что это был за рэпер такой у нее? Блин, я же закашлялся, блин. Я охренел просто, я не ожидал такой движухи. Я думал, что у нее сейчас начнется мочилово в голове. Что, сейчас будет? Что это за гон?
Блин, мать, вот это ты, конечно, спинами закинула. Но это скоростя, Слайк, это по-любому скоростя. Она в столице жила, понял, они постоянно обдалбывались. Родаки ее потом отправили сюда на исправление, а уже что все, мозг посваренный, блин. Да, вот это прикол, ты конечно был. Я думал, там понял, какой-то чернокожий брат у нее сортал и начал танцевать. Я понял, я думал, что сейчас у нее будет там типа флешбэк, что она тут всех перевалила или что-то типа такого, понял? Нет, тут, походу, намного все поинтереснее. Да откуда мне знать, что в нем? Откуда мне знать, что в нем? Ну а шо? Игровой диз. А, это типа начало, понял? Да-да-да. Прикольно. Шо? А шо оно там? Шо в нем? Монаху запрещается выходить из монастыря без благословения. Мономах. Индику, несмотря на ее просьбы, уже год не благословляли покидать обитель, поэтому это было просто начало игры. Стало для нее полнейшей неожиданностью. И хотя она не знала содержания этого письма, ее не оставляло ощущение, что оно сыграет в ее жизни очень важную, возможно, даже... Музыкант Майк Тайсон. Евгения Гончарова. Сейчас там Катя Шлюха. Да шо ты там, блин, базаришь постоянно? Шо? Шо, Папайна или шо, мать? Данилы. Опа, все, нас, походу, в сортиле закрыли. Салтили. Салтил. Это салтил все, ребята. Сейчас салтилку, салтуху кто-то. Опа. Опять, блин, опа, скатиться можно? Шо в нем. Шо в нем. Ты же показывали такой большой спуск. Смотри, как натурально ногти крутит. Да, кстати. Прикольно. Блин, сухие тут врата. Да. А это потом. Не грызи ногти. Ну так что уже приколпался и нюхает пальцы просто. Этот. Ну, ты это так просто делаешь? Раньше жили. Ну о, да. Ну shift. Я же чисто Shift работает. Так, да. Ты что, шикарный вид. О, а куда бежать? Тебя питингом отправили, походу, понял? О, ты смотри, Русь тут стоит. Ведьмак, походу, это. Русь стоит, не шатается. Так куда идти-то? Хрен знает. Блин, а меня здесь волки не сожрут? Ты иди так, куда глаза глядят. Шо в нем, шо? Не, здесь, наверное, все балум был. А, ну ты подожди, у тебя же там письмо было. А можешь упасть? А ну прыгай. Фу-лю! Да, вот нельзя? Это. Прыжок. А. Нельзя прыгать? Не, ну упасть можно? Да нельзя, блин. Это все неинтересно даже. О, сыка у него нормально, это светилка. Сделать настолько реалистичную игру, там, типа, в ногтях колупается все, а упасть просто нельзя. Что за бред? Ну не хотят такую мордочку, слышишь? Тут... Опа. Оп. Ты видел, подскользнулась? Скользко, понял? Оп. А я назад не могу подняться теперь. Это фиаско, братан. Ну все, иди уже. Что делать? Опа, там свиньи, походу. Сайк, родственники твои? Два ты брата. Мой родственник, как раз. Открывай! Васич! Она пароль говорила так же. Да, пароль. Ищи чмо, братан, говорит, есть пару сих. Надо было спеть просто пароль, а не его произнести. Знаешь, как подпоется? Как? Это Господь, Господь и Иисус Христос Московать. Это Господь, Господь. Нечисто, я помылась. Давайте яичками побьемся. А я тебе яблок принесла. Орловку твою любимую. Тише, я на поезд спешу. На поезд? Тише! Вот ты окунь! Ну чего ты? Не, ну нормально к ней все относятся, по-людски. Да вообще. Тебе не залил. Во мне что, девятихвостый? Залил, понял? Чисто. Эх ты. Мать, ты слишком добрая. Мир не заслуживает тебя. О, нормально, ничего, это кадр. Я уже слышал? Да, я слышал, как ты. Ну, я же говорю. Ну, так делал. Не слышно, кстати. Слава богу. А ну, сноси его хату, давай. А я должен был, типа, успеть или что? Ничего себе. А ты должен побежать по тому краюшку, понял? По пирсу и успеть. Понял? Ты включаешь. Да, я понял. Когда она дойдет отсюда, и побежать.
Норм вообще вариант, понял? А, не. А, ты мог в тот момент... И шо? Понял? Так он... А, я, ну да, ты не успел бы, наверное. А может быть и успел бы? Не успеешь, наверное. Не-не-не. Все-таки назад надо, понял? И когда она зацепится... О! Четко. Все утонуло нафиг. Да, и такой звук поем, блик, и все, с концами. Так это же это как крещение, ты че? Как будто ты с камнем прыгнул. А что ты хотел, чтобы я туда сделал? Все, нажимай и беги сразу туда. Так а толку? Давай. А, типа перепрыгнуть там? Сейчас, давай. Вот сейчас, давай. О, смотри, видишь? Ну, ничего себе. Изи-бризи, Патрик Свизи. А я уже думал, все, на полчаса сейчас квест пойдет. О, да я же говорю, это Резидент 4 с 3, село сейчас. Ну да, да. Резидент село. Резидент село. В Вилаге, блин. Ой. О. Лихтарик. Погнали. Блин, ключа нету, Слай. А, или есть? Черт, ключ у Тихона. Это Тихон уже? Идиот. Индика любила Тихона. Идиот – медицинский диагноз. Она просто употребляла слово по назначению. В любом случае, Тихон ее не слышал. Что за добродетель, лицемерие? Так, а, вот сюда. Куда? Берем. А, я думал, залезешь по ней. Тихон идиот, чтоб ты понял. Ну, а как прыгнет, спрыгнет? Да тут прыгать два локтя на карте. О, я же говорил. Да что слушай, это? Ну что тут прыгать, не гони. Ну это тебе. Молодая девка, блин. Ты, блин, штурпак по 3 метра, тебе похрен. Да она тоже где-то 1.65 м где-то, я думаю. Не гони, Бер, не гони дури, Вась. Тебя не смутило, да? Ша-ша-ша. Что ты под 3 метра, штурпак? Ну нормально, все правильно. О, смотри. Слышишь, что-то монашка, какие-то приключения, Том Райдер, что ли? Да-да-да, хотел сказать Лара Крофт, походу. Все, нет, Том Райдер. Тома Райдер, да? Водила. Да. Тома Райдер. Ну, Тома Водила. Ну да, в принципе, русская версия может звучать как Тома Райдер. Монастырь как будто не хотел ее отпускать, и хотя она знала, что нет более да. И близко. Ладно, я пошел, короче. Что, тебе жалко? Понял, чтобы у тебя в подъезде такой лифт стоял. Что с ней такое? Неправда. Тихо. Молись, быстро. Ого. Видела свою келью. Безвкусные щи смарагды, запах гниющих старух, которые а что за звук? Даже ладан не перебивает. Половина сестер читать музончик, не понял. Умеет. Так да. Молись давай, чуть не можешь. Если и умеет, то явно умением не злоупотребляет. Гигиеной тоже не особо. Как она во время обеда... Видела бесконечные молитвы, которые а, из-за прикольно. Постоянного повторения давно потеряли смысл. Ненавидела благостно улыбаться беззубым шуткам сестры Марфы. Чадящие свечи, страх божий. Ничего себе. После каждой зимы. Креститься перед входом в храм. Нежданчика, давно эта эра вышла? Да нет, недавно. А после входа в трапезную молиться перед входом в кель и перед сном, перед едой. Вон меня уже в голове кумарит, а она если его всю жизнь слышит. О, может тут можно что-то собрать? Волына там всякая. Мы залутать там, да? О! Та ты шо, складень! Ля какой! Наверное, золотой, слушай. Блин, ну, интересно, да. Сколько такой в ломбарде пойдя? Или как минимум позолоченный. Кто слайк тырит в иконостасе? Гэндоны. Гэндоны? Гэндоны. А, все, уже молиться не надо. В Библии так прописано. Да, так и написано. Гэндоны только воруют иконостас. Грабят иконостас. Блин, ну это, конечно, жестко. Разграбливают. Такие глюки у него именно. О. Опс. Не трать время на собор. А, на сборочку. На собор. На собор. В них нет никакого смысла. Чего? Это вот, кстати, что-то обманочкой попахивает, а?
Так, я надеюсь, в этом... О, блин, ФПС только что как убежал, так что жестко. Такой по старту дал. Блин, ну если Unreal так делают сейчас вот этот движок, то вообще пушка. Блин, все равно у меня фризы жесткие проскакивают. Ну потому что это у тебя в глазах просто. То у меня в глазах фризы, хочешь сказать? Да. И людям на ютубе тоже ты... скажи, понял, что у них глаза. И тебя видюха не тянет. Ну не знаю, мне нормально все показывает. Ух, ё! Опа! Ох, да-да-да. У нее давление поднялось, походу. Перепонки лопнули. Господи Иисус, ты что ты делаешь? А, на стреляй. Ля, коммунист чуть не застрелил. Сопран кричит, слышал? Сопран? Степан кричит. Монашка тут! Степан! Кричит и так вот. Что, не слышал? Тебе повезло, что ты на меня наткнулась. Я Машу, я того, это... Ты косой просто, Васечка. Зеркало. Давай, давай, давай. Иди, иди отсюда, давай. Это? Пацан, ты будешь сейчас отчитываться за патроны-то? Что там? Кричит Степан! Степа! О, нормально, я же говорю, настройки будешь работать. О! Нормально, пацаны, ну, походу может, упали. Поезд перевернулся. Это пароход, правильно? Что, пацан, на... висит или что? А, пробитый, да. Это насквозь он арматуренный, понял? Расхерячен. Монашка! Махнашка! Ты ж, я бы не прыгнул. Вы на этого наткнулись. Он... Немед! Да. Простите, я могу помочь, если позволите. Ничем вы ему уже не поможете. Их благородие в час, когда мерцание пожелали последний раз выслушать. Ну, нормально, генерал. Генерально. Генералин. Что за звук такой, блин? Ни хрена, а что здесь там столько арматуры торчит, блин? Блин, что так громко? Эти звуки сторонние. Мне напомнило этот. Atomic Heart, блин. Анекдот про лом, который унитаз поезда кидают. В общем, в поезде тапток перевозили. Они между вагоном призору на ходу вставили. Идиот. Побег, стало быть, организовали. Много ли погибших? Да, в основном беглые. Этих перестреляли много. За больными ухаживать доводилось? Мне? Конечно, у нас часто... Давайте тогда с нами на станцию. Туда всех раненых свезли. Нормально, кинчик пошел. Беги, давай, монашка. Опа, смотри, наш корабль идет ко дну. Помоги мне, я утону. А, не на той стороне. Ну подожди, я хочу посмотреть, уйдет или нет. Перекрестилась. Потихоньку уходит, да, вроде бы? Да, уходит, уходит, смотри. Да что там глубина понтовая, это ж река, ё-моё. Ну, видимо, не такая уж и понтовая. А, интересно, огонь перестанет гореть? Да. Да. Плюс 5 к реальности. Достойно, достойно. Десятки мы еще мы пока... привыкли в игре играть 2005 года, понял? И для нас это все такой шок. Доктор молодец. Ага, доктор молодец. Говорит, на станции раненые ждут, а сам Морфи в труп втыкает. Думаешь, тут уважение к последней воле умирающего или к размеру эполетов? Какой эполеты? Скорее всего, пассажир просто воды, водички туда налил и типа списать же надо как-то, понял? А сам может... самым жрет своим, наверное. 100%. Я знаю. Такая тема. У меня кореш врач. С которым я не общаюсь. Капец, там надо такой жесткий круг сделать, чтобы туда попасть. А, эполет это типа шеврон, понял? Ну, звание какое у него. На вот эти на плечах то, что у него было, короче. Это эполет называется. Что такое? Я просто не знал, решил посмотреть. Ну, молодец, молодец. Не, ну, спасибо. Опа, еще один иконостасик. О, это вообще шикарный, конечно. Страшный суд. Индика много раз видела изображение того, что ждет грешника в аду. Но она не могла вспомнить, что где-нибудь рассказывалось
Чем проповедник предстоит заниматься в раю? Ну, потому что его туда не пустят. Бам! Супер Марио начался. Бам! Get down, school with cock-click-click-pill-pow. Я так и знал, что ты сейчас это морозишь. По-другому не умею. Фирма веников не вяжет, да? Пальцем ты не деланный, да? Что там, по трубе, наверное, дать, да? Я придумал, да, что-то себе? Опа. Мне кажется, иконы переворачивать — это плохой знак, не? А, надо его, наверное, двигать, слышишь? Ну, ну и шаришь. А как молиться это? А, нельзя. Правая кнопка мыши. Сама помолись. И в жизни, и в игре. Правой кнопкой мыши. И в жизни, и в игре. Нормально. А ты с ручника иногда снимаешься, да? Ты понял прикол? Теперь типа рояль тот казино сдвинулся. А, он, сука, мешает. Нормальная тема. А залезть не? Нельзя? А, понял, я понял, Васечка. А, понял. Смотри, надо его сначала, еще его... Ну, мать. Вот это, конечно, фанера получилась жесткая. Это, конечно, у создателей, конечно, фантазия. Да, нормально все. Такое именно, знаешь, нормальный этот, как его, сейф, который фундамент здания может сдвинуть. Я верю. Я так понимаю, там фундамента нету. Ну, скорее всего, да. На стуслах стоит. Стуслах? На куклах. Ого! Это вообще похер, она такая именно. На сваях. На сваях. Не на сваях, а на сваи, знаешь, такие. Где мой? Для фундамента используют. Опа, зажигает, зажигал. Подкурит, сейчас подкурит. О, нормально. Спички у него выбрасывай. Это, в смысле, потухло? Ой. Не. Бенч. Есть где-то еще? Это вообще-то просто эти. Для птичек. Муж. Объелся груш, да, походу, и умер. Очень его любили. Не. Ну и сдох-то и пес с ним. При этом, видишь, не любила, но стоит и молится. А что, у нее никого нету, понял? Ну да, лучше синица в руках, чем утка под кроватью. Я еще хэхнула, и все, никого нету. Давайте мне еще. Не любила, но привыкла. Вот так вот, да, Слай? Так любовь и происходит. Такова жизнь. Таковы реалии. Тут там, блин, долбит, слышишь, со ствола. Ищи манаману, ща манаману. Опа, колодец, походу, засыпало. А, или это для угля, понял? Блин, снег так хрустит. Противно стало. Блин, для пущего, наверное, погружения надо играть зимой. Для пущего эффекта. Надо достать пушку. Не, push me, а мама push me, call I can get my. А мама push me. Ама хасла. Ама, мама, ама криминал. Опасы, мастера, походу. Тут уже поживее будет. О, нормально, вот эта конструкция мне очень нравится. Не знаю, что надёжная, это, но... да? Надёжная, как швейцарские это... часы. Так это натянутый мост на этом тросе, понял? А это была натянутая, понял, движуха в видео. О, кого-то замочили. Не замочили, но, наверное... Хватай, мать, топор. Что там происходит? Секас? Что? Походу. Dolby Digital? Сышь, да? Сышь, да? С каких пор ты меня слушаешься? Не переживай, страх естественный. Да он ей брови просто выщипать хочет. У тебя цель какая? Понял, она просто кричит, никто из них никаких слов не говорит. Хоть какая-то героическая. Так что он делает? Если помочь, то без шансов. Рассчитай шанс.
Да, ну ее щекочет, понял, просто. Ну да, она просто щекотки боится. Опа! Ачела. Сейчас Шрек тут какает. Смотри-ка, недовольна, что ее посреди процесса бросили. Что-что? Видела, какой у него там болтается? Может, ты просто хотела к ним присоединиться? Тоже ничего. Тоже ничего? Нормально ты перем... О, привет. Мало тебе, блядь. Опять полез. Сука. Ну, нормально, пацанчик его приложил. Лысый такой. Ну, тупо тело. А что, без руки, типа? Да не, вон же рука торчит, что-то. А, сломанная просто. Да, верно. Тупо рубанул чувака, короче. Ну. Сейчас он такой... Не, ну в туалет, кстати, нормально у них. Прям так в коридоре. Такое именно. Ну, уличный так... туалет в коридоре. Нормально, да? Так и пахнет. А пахнет? Да, пахнет. Ну, ну мед, сука. Ну медятина просто. А. Спетляла мать другая. Нормально, ее тут спасали, короче, она убежала. Типа не меня, короче, так вот пусть кого-то другого. А это пошла за кебду. Да не говори. Тебя, блин, легко мать развести. Что, я думаю, на этой прекрасной... Она думает просто, что это рыцарь пустоши, понял? 100%. Fallout играем, ты что, не заметил? Да, пятая, да, часть. Ну да, видно, он с отримлен. Спички. Питбой, блин, вся херня. Спички, понял? А, со спички с картой. Павел Сергеевич, отец Индики. О, она не прогрузилась. Нормальный мужик. В принципе, я думаю, председатель какого-то колхоза, скорее всего. С навесом. С навесом, да. Оля. Нихрена себе крест. А что так, такой крест какой-то? С трех сторон. Да его как будто с арматурой лепили. Хм. Так ты понимаешь, крест как-то дешево, а эти шары подороже вывели. Да что так лагает, мать? Яблоко. Да ты, конечно... О, сыкая попка у яблока. Тупо натуральное яблоко. Я как будто на живое смотрю. Как живой, но, сука, не живой. Ладно. Так что, ребятки, спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и пишите комментарии. Всем пока. Покедова.